Здорово, ребзя, здорово, добрый вечер. В 8 сегодня хоррор начали. Ну, это ли не чудо, дамы и господа? Угу. Вот, кстати, винишко с сыром. Одобряю. Здорово. Как тяжело прочитать. А не то не сишнишнишнишни. Здорово, здорово. В общем, игрушку будем играть. Визаж она называется. И эта игра не просто хоррор. Она, по ходу дела, умный хоррор. Не все двери так просто открываются. Игра на внимательность. Да, так что без винишки сегодня. Ну уж я-то точно. Куришь? Нет, я пыталась, но у меня ничего не получилось. Угу. Когда бросил курить, и все, вообще уже никак заново не начать. Ну, я еще сегодня посмотрела интервью. И не помню, на каком канале. А поговорить, по-моему, называется. Там девочка интервьюирует всех. И она брала интервью у порно-актрис разных. И я такая, о, включу, включу. И типа им всем задают вопрос, да, а вы вот пошли в порно ради денег? Да нет, по зову души мы пошли, по зову души, там, как-то бороться с комплексами и так далее. Это был творческий порыв. И они говорят, что в начале своей карьеры они получали кучу всякого разного хейта, что им люди писали, мол, да ты там шлюха, проститутка и так далее. А потом стали писать хвалебные комментарии, да, и сообщения в их адрес. И что я хотела сказать? А, о том, что интервью, ну, собственно, диалоги с ведущей, да, они чередовались с вырезками из их фильмов. И слушайте, блин, ну, короче, я не люблю смотреть порно, мне кажется, оно такое ненастоящее, такое ненатуральное. Потому что каждый ролик начинается, у них еще такой акцент: «Hello, how are you? Oh, wanna take a seat? So sit. Oh, you got so... I got so big house. Wanna see my house?» Блин, это все так не по-настоящему, это все так не натурально. Вот, ну ладно, каждый занимается чем хочет, но... Блин, ну это так забавно смотреть. Я бы, наверное, смотрела начало порно-роликов, только чтобы похихикать. Ну, такое. Речь, привет, пожалуйста, расправь наушники до прямого состояния. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Пью бокалы, не расправляя наушники. Так, нормалды? Все, так должно быть нормалды. Ну что, погнали. Так, визаж. Будет непросто, вам понадобится терпение, скрупулезное внимание к деталям и умение рационально использовать ресурсы. Удачи! Удачи! Собаку мучают. Пистолетом? Что ж ты так скулишь? Не мудрено, что мы заклеили ей рот. Значит, убийца Олег. Она там еще и не одна. Это пацан какой-то 14-летний. Да позор. Такая струя полилась. Когда купил хату, короче, слышь, в панельном доме, где нет звукоизоляции. Девчулька-то за что? Визаж. Вот такой вот мы парикмахер. Знакомьтесь. Здравствуйте. Но мы справимся. Че, можно тут что-то... Что ж такое-то? Не, я туда не хочу идти. Я хочу тут все обтрогать, а потом мы уже пойдем. Пельмени? А, это свечи. Похоже на переваренные пельмени. В общем, если не брать во внимание голову кота, то это очень странные часы. Очень странные часы. О, безумно странные часы. Свечи горят долго. Какого? Носки разбросаны. Пришли в какой-то свинарник. Куда нас позвали? Где жена? Почему не следит за этим? Это что? Я не знаю, мы что-то набираем? Это пиво? Не-не, на кой черт нам это нужно? Можно пить пиво? Нам нужны джи... Тихо! Балуется. Она всегда так тупит. Всегда. Абсолютно. Чтобы ты чувствовал себя самым умненьким. Ребята, которые у всех все тупые, идите нахер горите вы. Что?
Что это такое? Вы слышите, когда ты берешь тарелку со стола, она берется за звуком. Я оценила. Ей! Кто-то свет погасил. Так, комната трофеи. Сфига ли тут должна быть кочерга? Вы нашли багор. Ребят, ну вы что, совсем что ли необразованные люди? Ну, у вас сколько классов-то образования? Вообще в детский садик ходили, нет? Багор. Ну какая кочерга, если это багор? Обалдеть. Вы нашли тапок. Ну, кстати, внутри он не затоптанный. Нормально, новый. Взаимодействовать. Вы предлагаете нам по колбасе спуститься вниз в подвал, в какой-то люк по колбасе? Нужно смотреть в зеркала, где виден призрак. Долорес. Да как? Давайте возьмем ее себе, наверное. Причем, смотри, как кувалда запихана. Она, по ходу дела, ее не сверху вниз пихали, поняли, да? А снизу вверх, потому что отверстие в стекле аккурат под ручку. Под ручку от кувалды. То есть били не сверху вниз, ее аккуратно вставляли снизу вверх. И как-то ювелирно разбирали стекло. Инспектор Колобок здесь. Она просто в воздухе висит. Сейчас, секунду. Так. Дверь живая! Окей, переформулируй. Осуждаю любое вдыхание чего угодно ради получения кайфа. А как же... Как можно осуждать любое вдыхание чего-либо ради получения кайфа? Ты курочку пожарил? Ножки на сковородке. Там прям запеклась кожица эта, и ты... И... Ах, кайфуешь. Как можно осуждать вдыхание? Запахи это так важно, это же так круто. А когда котлетки пожарил? Как они пахнут. А запах оливьешки, а мандаринок? Или какая-то херня стоит впереди, да, или нет? Я не понимаю. Это же силуэт. Да. Ой. Надгробие в форме жопки. It's just the new resident. The crazy one. Yeah, he's nuts. Чего? Always on drugs and alcohol. Doesn't like him. He's probably out of it anyway. Everyone who lives here is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Забавно, что мы находимся в темном доме, у нас не падает рассудок, у нас все нормально. А, ну да, всё. Прям сюда, ну прям душит.
На колыбельку. А может не на второй? Но нам не сюда точно. О! Да ты затрахала меня. Женщине внимания не хватает. Занимается всякой хероборой. О, погнали вставлять. Это ж мы. А кем мы еще можем играть, если не ее мужем? Ну и что? Мы вставим в него нож, у нас откроется ключ, у него выпадет изо рта. Бабка прибежит, мы не боимся. Ну вставляй уже, ну что ж ты. Такой он небритый. А, ну, I love you. I love you too. Мы в него, значит, вставили, а у него, значит, выпало. Буа, ну-ка еще раз страшным голосом скажи. А что тебе сказать-то? Задрахались мы. Шалашовка старая бегает за нами. Просто жопа какая-то. Прям, хоть вдохни. Спасибо. А добрая выхода за... Не, ну с этим самым, с визажем на сегодня точно все. У меня просто не могу. Все, спасибо большое, ребят, доброй ночи. И помните, знаете что? Что вы замечательный. Еее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 ee.